Всем добрый день. Смотрите, сегодня какая энергетика, даже вебинарная комната начинает притормаживать. И прошу сейчас, чтобы все проверили, проверьте, пожалуйста, как меня слышно и видно. Если хорошо вы меня видите, поставьте, пожалуйста, плюсики. Сейчас я подгружу слайды, чтобы связь у нас была сегодня на все 100%. И сегодня мы с вами... Так, что-то... Слайды не грузит. Сейчас, секундочку. Отлично, попытка номер два. Начинаем сначала. Всем добрый день. Давайте сейчас еще раз проверим, как меня слышно и видно. Слайды подгрузились. Сегодня такая энергия, что даже сама вебинарная комната немножко притормаживает. Но это нормально. Вот, потому что сегодня мы будем говорить о бизнес-инструменте в одной из самых лучших компаний на свете, это компания APL. Ну, хочу, конечно, представиться. Меня зовут Черемных Павел. Мне 35 лет. Я из города Первоуральска. Я руководитель двух региональных центров именно компании APL. Сотрудничаю с компанией APL я уже третий год. До этого я предприниматель, то есть действующий предприниматель, попробовал очень много разных линейных бизнесов и всегда именно создавал ту систему, которая будет именно работать на меня. И сегодня я вам расскажу о той возможности, которая так же, как и вам, постучалась именно в дверь, и вы ее рассмотрели для себя, для того, чтобы вывести свою жизнь на другой уровень, да, на другое качество именно жизни. Вот. И сегодня мы поговорим именно о компании APL, она в переводе Agile Product Line, и это именно бизнес-возможность, это именно та возможность, которая приходит ко всем и можете воспользоваться любой человек. И начнем с самого главного. Я думаю, что у большинства людей, можно сказать, даже у всех, да, есть цель. Кто-то хочет, допустим, большой дом красивый, да, то есть двухэтажный, там, трехэтажный, много квадратов, с бассейном, кто-то хочет с баней, да, с большим огородом, своим садом, вот, с теплым гаражом, с красивыми подсветками, с фонарями. То есть это все возможно, это есть, такие дома действительно существуют. У кого-то есть цель автомобиль, новый автомобиль, там S-класса, либо эконом-класса, либо среднего класса, да, но именно новый автомобиль, чтобы пойти его просто в автосалоне выбрать для себя именно тот, который вы хотите. Первому сесть в этот автомобиль, убрать все наклеечки, этикеточки, создать именно ту погоду, которую вы хотите в машине, тот аромат, и уже стать обладателем, начинать двигаться на нем. Да? Ну и, конечно, у людей большинства есть цель, как и у меня, именно это деньги. Деньги, чтобы было много денег, чтобы их тратить именно, получать новые эмоции и наслаждаться именно тем состоянием, которое у вас есть, как представлено на этом слайде. Молодой человек, он просто сделал себе шезлонг из евро и просто кайфует. Вот. Ну и, конечно, все, что создано в нашем мире, это создано для людей. Осталось только это взять и получить. И честно я вам скажу, то есть, если вы выйдете на улицу, посмотрите вокруг себя, то у нас есть действительно дорогие автомобили. Есть серьезные брендовые магазины, да, где есть дорогие вещи очень хорошего качества. Есть шикарные квартиры, есть шикарные дома. Это есть. И в них, в этих же домах, в этих же автомобилях находятся точно такие же люди, как и вы. Они ничем от вас не отличаются. Но они точно такие же, у них также... Две руки, две ноги, голова, у них все один в один, как у вас. Но единственное, что они нашли инструмент для того, чтобы это все заполучить. Они поставили перед собой цель и нашли инструмент и стали его применять. Так же, как и все, я точно так же все свои 35 лет создавал именно разные инструменты для того, чтобы получить и дом, и машину, и наслаждаться именно деньгами, именно состоянием денег, да, то есть тратить их и получать новые эмоции. И я пробовал очень много разных бизнесов в разных индустриях. Пробовал я автомобильный бизнес, проводил, и было у меня и автокредитование, было и автоломбард был, свадебный салон был, прокат был лимузинов, даже была торговля игрушками, это тоже этот момент мы именно проходили. Но везде есть разные нюансы, да, и есть разные риски.
И, конечно, чтобы это все заполучить, есть варианты, есть инструменты. И давайте теперь рассмотрим, какие инструменты присутствуют на сегодняшний день на рынке для того, чтобы нам все это получить. В виде дома, в виде автомобиля, в виде много денег, да, для того, чтобы им нам тратить. И, конечно, первый вариант – это работа по найму. Я очень часто задаю вопрос, можно ли купить квартиру, дом, либо автомобиль, работая по найму. Кто-то говорит нет, кто-то сомневается, кто-то говорит да. Я вам честно скажу, можно. Можно купить, работая по найму, можно квартиру, машину там можно купить. Но один единственный вопрос, есть ли риски по работе по найму, да? То есть вы понимаете о том, что на сегодняшний день все уходит в роботизирование. То есть именно роботы замещают уже давным-давно людей. Почему? Потому что они не болеют, не беременеют, у них всегда хорошее настроение, их нужно только обслуживать буквально несколько раз в год. И тогда уходят все затраты. Ну и мы понимаем о том, что люди, которые работают по найму, они просто звено, да, звено, которое выполняет определенные функции и работает на чью-то мечту. Это действительно так оно есть. И если по какой-то причине вы заболели, либо не вышли на работу, у вас есть все шансы, что вас именно уволят. Это правда. Ну и, конечно, можно заработать на машину, можно на квартиру, но вопрос времени. Сколько вам нужно для этого время? К примеру, я беру самые простые профессии, которые продавец. К примеру, девушка сидит на кассе и зарабатывает 30 тысяч в месяц. Для этого она тратит 15 дней в месяц, 15 смен, для того, чтобы заработать 30 тысяч. Чтобы ей заработать 60 тысяч, ей нужно работать еще 15 дней, то есть это получается целый месяц работать, не отдыхая, и у нее есть потолок, то есть больше она не сможет этой суммы заработать по одной простой причине, потому что ей не хватит времени в месяц. И это действительно работа по найму. Следующий вариант – это собственный бизнес. Вернусь обратно по работе по найму и расскажу, просто очень много уходит времени. Согласен, да. И хочу рассказать именно свой пример, когда я устраивался на работу по найму. Это я допустил такую ошибку еще в молодости. Я устроился в банк, сидел на кассе, получается. Сейчас даже скажу, как называлась профессия. Это валютный операционист по каким-то там кассовым операциям. Вот. Я проработал, получается, всего 3 месяца, и когда я стал узнавать, сколько люди зарабатывают, то есть именно так же, как и я находился на этом месте, то есть на кассе, мне сказали, что буквально лет через 6-7 я смогу получать даже аж 45 тысяч рублей. И я понял о том, что я не зарабатываю здесь денег именно по работе по найму, а просто отрабатываю свою зарплату. И вы, наверное, тоже многие сейчас увидят о том, что вы ходите на работу только для того, чтобы отработать именно свою зарплату. Все, то есть вы не зарабатываете, вы только отрабатываете свою зарплату, которую вам пообещали оплатить. Все, и других вариантов именно нет. Следующий вариант – это собственный бизнес. У меня много открывалось направлений, и одно из последних направлений, которое открывал, это автобизнес. Я когда занимал эту именно нишу, я знал о том, что автомобили постоянно ломаются, и это… Ниша, она реально крутая, потому что машины ломаются, они изнашиваются, и у меня будет постоянно много клиентов, и будут приезжать именно ко мне в мой автомагазин. И когда я был уже перед открытием, то есть мне нужны были определенные средства для того, чтобы открыть, закупить запчасти, то есть расходники, масла, аккумуляторы, фильтра, то есть мне это нужно было снять помещение, соответственно, закупить стеллажи, и на это определенная уходит сумма, то есть для того, чтобы составить бизнес, да, то есть порядка где-то 500-1 000 000, для того, чтобы запуститься, ну, хотя бы более-менее, я бы так сказал. И когда, получается, я запустился, я посмотрел, какая у меня целевая аудитория, и самое интересное, что я думал, что у меня огромная целевая аудитория, но, увы, детские садики не моя целевая аудитория оказалась. Почему? Потому что дети не ездят на автомобилях. Вот. Я решил взять чуть-чуть повыше и взял студентов. Это те ребята, которые, ну, начинающие водители и хотят ездить на автомобиле. И самое интересное, что это тоже не моя целевая аудитория. Почему? Потому что они не хотят покупать запчасти, они лучше купят бэушные запчасти где-то, либо, как говорится, привяжут это все и как-то доедут, и будут также двигаться дальше. То есть они не заинтересованы именно в качестве своего автомобиля, чтобы покупать новые запчасти. И я понял, что эти две целевые аудитории не мои, нужно брать еще выше. И тогда я понимал, что я
именно возьму тот рынок, и у меня очень будет много клиентов. И я взял саму элиту, это те люди, которые ездят на новых автомобилях, на дорогих автомобилях. Я понимал, что они все равно меняют масла, фильтра, и это будет. И самое интересное, что я снова не угадал. Почему? Потому что те люди, которые покупают новые автомобили, они обслуживаются у официального дилера, они не ездят просто по магазинам и не покупают именно там запчасти и расходники. И это действительно так. И в результате я забрал только маленькую прослойку тех людей, которые ездят на бэушных автомобилях, да, на подержанных автомобилях, и как бы вот, ну, что-то потихонечку ремонтируют и делают товарооборот. Но удержать на сегодняшний день клиента именно в этой целевой аудитории очень сложно, потому что, как я только открылся, очень много приезжало ко мне друзей, спрашивали, ну как идет, не идет, идет товарооборот, кто поставщики, постоянно интересовались. И я понимал о том, что они тоже хотят открыть магазин. И проходило буквально 2-3 месяца, и они тоже открывали в другом городе, либо в другом регионе, либо там на краю другого этого города, они открывали магазин. И тем самым часть клиентов у меня уходила. И это действительно правда. И третий вариант, то есть какой у нас есть инструмент, это сетевой маркетинг. Конечно, к сетевому маркетингу я относился по-своему, да, то есть я сразу говорил, что я понимал, что сеть это круто, это значит для меня сеть это много, вот, но я не понимал саму суть, саму глыбу, сам механизм именно сетевого маркетинга, как он работает, да. И когда я в этом разобрался, то я сразу принял именно решение сотрудничать с компанией APL. Буквально мы взяли тайм-аут несколько месяцев, я закрыл все свои магазины и стартанул в компании APL. И почему я это сделал, я вам сегодня расскажу. По одной простой причине, потому что сетевой маркетинг – это отсутствие рисков. В сетевом маркетинге нельзя проиграть никак, потому что в продуктовом сетевом маркетинге ты всегда получаешь продукт взамен своих денег. Это небольшой стартовый капитал. Для этого не нужны миллионы, для того, чтобы запустить. Для этого не нужно снимать офисы. Для этого не нужно закупать очень много товаров, либо продуктов, для того, чтобы начать именно свой бизнес. Третий пункт, который больше всего меня заинтересовал, это обучение, наличие наставника. Какой еще мог быть бизнес, тот, который будет, вернее, там, где у вас будет наставник. Вы покупаете бизнес, либо вы приходите на работу, да, то есть занимаетесь бизнесом, а у вас есть наставник, который вас ведет и заинтересован в вашем успехе. Я очень часто задаю такой вопрос, вот просто, друзья, вот вспомните сейчас, кто за последние 10 лет из ваших одноклассников, к примеру, да, с которыми вы учились, долго дружили, именно к вам постучались и говорят, слушай, я сейчас занимаюсь реально классным бизнесом, там работаю в Газпроме, зову тебя к себе, пойдем ко мне работать. Я хочу, чтобы ты был богатым, я тебе помогу и всему тебя научу. Вспомните, по работе, по найму есть кто-то у вас, кто-то к вам приходил, предлагал такое бизнес-место? Нет, конечно. Этого действительно нет. И только в сетевом маркетинге именно есть то, что тебя обучает, и у тебя есть наличие наставника. Это тот человек, который тебя ведет к успеху. Это твоя онлайн-инструкция, это онлайн-руководитель, это живой человек, который тебя просто ведет к успеху. Это реально круто. Ну и четвертое – это малый бизнес, это работа на себя. Это именно свобода. Человек становится быть свободным именно в сетевом маркетинге. Он именно обретает свою свободу в тот момент, когда начинает управлять своим собственным временем. И ты можешь смело заявлять о том, что у тебя есть свой малый бизнес. Это именно и дает сетевой маркетинг. Следующее, пятое, это большой бизнес и создание своей сети. Когда мы начинали бизнес, у нас было буквально несколько контрактов, мы думали, что да, это малый бизнес и все только начинается, но на сегодняшний день у нас уже 2 региональных центра, у нас большая структура, у нас идет товарооборот и у нас есть сеть. И это, конечно, важно. Ну и среди всех тех трех инструментов, которых я рассказал, сетевой маркетинг на сегодняшний день выиграл. По одной простой причине, потому что целевая аудитория у вас – это весь мир. Представляете, найти именно тот инструмент, именно ту модель бизнеса, которая вам даст захватить весь мир. И вам здесь не нужно анализировать, вам здесь не нужно думать, кому ли подойдет продукт, либо подойдет система, она подходит всем. На сегодняшний день
Сетевой маркетинг, именно компания ABL дает вам тот продукт, где у вас вся целевая аудитория, весь мир. Представляете, насколько это круто и это реально? То есть весь мир, куда бы вы ни пошли, в какую бы вы дверь ни постучались, они говорят, да, нам это надо и нам это подходит. Вы зашли в детский садик, они сказали, да, нам это подходит. Вы подошли к тем студентам и говорите, у нас есть такой продукт, они говорят, да, нам это подходит и нам это надо. Вы заходите в элитный дом, и они говорят, да, нам это нужно. И нам это подходит. Вы не найдете того человека, которому не подходит и кому не нужен этот продукт. Вот это здорово, когда именно целевая аудитория весь мир. И, конечно, меня это очень сильно подкупило. И я незамедлительно, как говорится, сжег все мосты, принял решение и стал сотрудничать именно с компанией APL. Это можно сравнить с франчайзингом, это готовый бизнес под ключ. Когда есть свое собственное производство, мы не занимаемся производством, мы за него не отвечаем. У нас есть своя собственная логистика. Это любой человек в любой точке города, мира, страны хочет получить продукт. Там как и тем образом, каким ему удобно. Либо принесет ему курьер, либо он придет сам получит, либо любой транспортной компании. И это на сегодняшний день возможно. У меня как у предпринимателя сразу отпал тот момент, как доставлять продукт. Этим занимается компания. Реклама. Мы не занимаемся рекламой. Занимается рекламой только компания. Свой бухгалтер. Как вы только стали партнером сетевого маркетинга, у вас появляется своя бухгалтерия, у вас свой бухгалтер, который считает все полностью налоги, анализирует полностью все рынки, корректирует все цены и именно сам управляет всем маркетингом. Сертификация. Мы не думаем о том, прошла ли компания сертификацию, либо продукт в какой-то либо стране. Мы знаем о том, что компания все это сделала, и мы только успеваем следить за тем, какие сертификаты получает именно компания APL. Ну и, конечно, открытие новых рынков. Мы можем зайти в любой город, в любую страну и строить этот бизнес. Нам не нужно привязываться к городу, даже если мы поехали отдыхать в какую-то страну, мы можем там запустить спокойный бизнес. Мы можем его посоветовать своим друзьям в любом городе, и они тоже могут этим пользоваться. И поэтому это действительно бизнес под ключ. И с такими возможностями работать одно удовольствие. И каждый партнер может получать до 60% чистой прибыли за продвижение продукта и за возможности. Ну и, конечно, следующее – это 5 преимуществ. На сегодняшний день очень много сетевых компаний, продуктовых, разных, но не все отвечают 5 самым главным составным. Это именно те мощные факторы, которые отвечают именно самой сильной компании. Это первоначально, конечно, это руководство. Это очень важно, кто стоит во главе компании и кто именно руководитель. Следующее – это продукт. Продукт, именно как я и сказал, о том, чтобы он перехватывал всю целевую аудиторию, то есть целевая аудитория – весь мир. Представляете? То есть любому человеку вспоминайте о том, что в любую дверь постучались, и этот продукт подходит. Что еще может быть? Его можно сравнить с воздухом. Воздух нужен всем. А следующее – это маркетинг. Маркетинг – это именно система вознаграждения, и компания APL предусмотрела, и выплаты все делают именно деньгами 4 раза в месяц. Конечно, это преимущество, и это круто, и нас выделяет это среди других компаний. Система обучения. Без системы бизнес нельзя построить, потому что если у вас нет алгоритма, если у вас нет именно правильной системы обучения, то ваш бизнес может уплыть не туда. Ну и, конечно, путешествия. Любой человек хочет быть свободным и путешествовать, и именно наслаждаться именно путешествием со своей командой и со своей семьей. Кто стоит во главе компании APL? Это единственный основатель и президент компании Сергей Сергеевич Куликов. Компания APL на сегодняшний день 7 лет, и компания заходила на рынок 11.11.11. На сегодняшний день уже более 50 стран открыто. В руководстве компании, конечно, есть профессиональный руководительный состав, большой штат специалистов и очень много партнеров и людей, у которых очень много результатов. Что же за продукт, о котором я первоначально вам заявил, который перекрывает полностью весь мир и именно целевая аудитория весь мир? Это именно продукты технологии Accomplitassei. Сергей Сергеевич Куликов, президент компании, выкупил патент на 25 лет у итальянских ученых и помог, получается, всем людям
чтобы они получили уникальный продукт под этой технологией, который позволяет моментально действовать и вести именно оздоровительный эффект. И сейчас я вам расскажу, что это за продукт. И самое главное, что у нас наш продукт, он изготавливается на нашем заводе. У нас свой собственный завод, расположенный в Европе. Мы не работаем на перезаказ, мы работаем только от собственного завода. У нас есть все обязательные сертификаты и даже те сертификаты, которые подтверждают, что продукт обязательно полезен. Он не имеет возрастных ограничений, он не имеет привыкания и имеет только накопительный эффект. Что же это за продукт и как он выглядит? Представьте себе, что вы взяли, положили на стол много огурцов, помидор, яблок, к примеру, допустим, там грушу, тыкву, какие-то травения, растения, всего вот много, да? Просто для того, чтобы свой организм насытить именно витаминами. И вам нужно все это съесть. И я больше чем уверен, что вы этого сделать не сможете. Если вы все съедите разом, то однозначно у вас будет отравление. И я также думал, что это невозможно, но сейчас это возможно. Именно компания ABL запустила продукт по технологии Accumulate-Assay. Весь продукт помещается в одном маленьком леденце, в одной маленькой конфетке. Я называю это так, что вся природа в одном маленьком леденце. Что же это за леденцы? Что же это за продукт? У нас имеется 14 направлений продукта, и сейчас я вам кратко о каждом расскажу. Первый продукт. Это альт. Альт – это свобода чистого нашего организма, альтернатива всем болезням, я сказал, и она убирает любую аллергию, которая у вас есть. Следующее – это гроу. И гроу – это ежедневный баланс витаминов. Здесь собраны все полностью компоненты для того, чтобы поддержать ваш организм и именно улучшить иммунитет. Это иммунная система. Следующее – это GTS. На сегодняшний день уже большинство людей знают, что такое именно физическая усталость, да, эмоциональная усталость. И когда после обеда уже ничего не хочется делать, и вы чувствуете, что у вас ваша энергия, она просто пропадает. И появился такой продукт GTS. Он только из натуральных именно ингредиентов, там нет никаких химических добавок, и это натуральный энергетик, который вас бодрит, после него у вас концентрация внимания, поднимается настроение, и хочется сделать еще гораздо больше, чем вы запланировали. Следующий продукт – это MELS. MELS – это свобода чистого организма. Это именно правильный вывод паразитов из организма, без именно какой-то побочки, без удара по печени. Он создает именно такую атмосферу, что все паразиты покидают полностью ваш организм. Следующий – это норм. Норм – это возьми свой сахар под контроль. Это для того, чтобы нормализовать сахар в вашей крови, то есть поддержать плюс эндокринная система и, конечно, щитовидка. Следующий продукт – это Powerman. Powerman – это вся половая система мужская, то есть все, что связано с нашими почками, ну и, соответственно, с половыми органами. Следующий продукт – это Powerman. Это женская линия, это ключ к здоровью и удовольствию. Также это чисто для женщин продукт. Релакс. Релакс – это сильнее стресса. Это тот продукт, который первый я попробовал, он снимает полностью всю зависимость, он восстанавливает всю нервную систему, и те люди, которые не могут спать, либо плохо засыпают, с помощью данного продукта ваш организм будет набираться сил именно во время сна. Сон вам обеспечен. Следующий продукт – это слайд. Слайд – это почувствуй радость движения. После данного продукта я вам гарантирую о том, что ваши коленки перестанут хрустеть, ваши суставы придут именно в норму, потому что данный продукт – это именно на наращивание хрящевых тканей, и все боли, которые у вас были в суставах, они моментально проходят. Следующий продукт – это стоп. Стоп в переводе «победа над болью». Мы все знаем о том, что когда у нас именно что-то болит, мы готовы хоть что сделать для этого, главное, чтобы боль ушла. И теперь есть этот продукт, который действует моментально, и именно он не убирает боль, а именно
устраняет источник боли, он находит источник боли и делает так, чтобы боль никогда не вернулась. Ну и, конечно, это незаменимый именно продукт для тех, кто находится в положении, потому что у нас был такой результат, когда девушка беременна, ей нельзя никакие обезболивающие препараты, но наш продукт, он абсолютно натуральный, он безвреден и он подходит всем. И она с удовольствием скушала продукт, и результат был мгновенный. Следующий продукт – это хард. Хард – это все, что связано с нашим сердцем. Это формула здорового сердца. На сегодняшний день для всех уже не новость, что именно инфаркты и инсульты, они настолько помолодели, и поэтому о своем сердце нужно заботиться заранее. Это все, что связано с давлением, с клапанами, сосудами. Следующий продукт – это айс. Это быстрая помощь вашему желудку. Это все диареи, вздутия, расстройства желудка действуют моментально, буквально после того, как вы скушали только один леденец. Хеппер – это для здоровья нашей печени. Этот именно продукт поддерживает работу нашей печени, именно настраивает этот тот орган, который не болит никогда, но когда он дает о себе узнать, как говорится, поздно. Но мы все любим мясо, любим жареное, соленое, и, конечно, печени очень сложно это перерабатывать, и поэтому сейчас есть тот продукт, который вам это поможет. Brain 14-й продукт, это уникальный продукт именно для мозга, против увядания головного мозга. Он помогает восстановить все нейронные связи, он помогает полностью уйти от всех страхов, и он восстанавливает именно память у вас. То есть этот продукт, он именно для мозга. Ну и, конечно, скоро у нас выходит 15-й продукт, он будет представлен на Agile Seasons в Турции уже в мае. Данный продукт, он у нас рассасывается под языком сублингвально, сразу попадает в кровь, в кровотоки по сосудикам и сразу попадает в те органы, которые именно требуют внимания. Он не проходит через ЖКТ и поэтому он является клеточным питанием. Это не БАД, это именно клеточное питание. Конечно, у нас есть серия All Time. Серия All Time – это серия, которая включает в себя серию каш, чаев, киселей, батончиков для перекусов и, конечно, наша уникальная кофе американо. Что же нужно делать именно с компанией APL? Такой уникальный продукт, серия All Time. Что же нужно делать для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы получить машины, квартиры, все, что вы хотите, да, именно заработать денег? Нужно делать просто, использовать продукт, рассказывать о продукции и о возможности заработка. В компании выплаты все происходят 4 раза в месяц именно деньгами на вашу банковскую карту с учетом уже всех налоговых выплат. Для того, чтобы стать партнером компании, для вас есть 5 вариантов входа. Первоначально это на 200 условных единиц, 400, 600, 1800 и 3000 условных единиц. Одна условная единица на территории России равна 50 рублям. Это сделано специально для того, чтобы наш продукт не зависел ни от евро, ни от доллара, ни от какой другого курса. У нас имеется 15 видов дохода. Это начальные, основные, специальные и люксовые. Конечно, первоначально, когда мы приходим в компанию, у нас есть начальные и основные, но в дальнейшем есть специальные и люксовые виды бонуса. На данную сумму вы получаете продукт. Продукт вы берете на свое усмотрение, как тот, который вы захотели. Плюс единоразово вы оплачиваете 1250 рублей за бэк-офис, и вы становитесь партнером компании APL, и на последующие закупки вы получаете всю скидку, вернее 60% скидку, до 60% скидку на всю продукцию компании APL. Все, и вы стали партнером компании APL, с чем я вас поздравляю. Следующее, что мы должны делать для того, чтобы зарабатывать? Второй именно пункт. Мы рекомендуем минимум 2 людям. Да, компания платит за рекомендацию. Для того, чтобы получать все 15 видов бонуса, мы должны обязательно порекомендовать минимум 2 людям данный бизнес. Больше можно, меньше нельзя. И за их рекомендацию, за то, что вы им порекомендовали, за их регистрацию от их товарооборота, компания вам заплатит от 10% до 20%. Представьте себе, к примеру, зашел у вас партнер на 150 тысяч рублей, потому что он отнесся как к нему серьезному бизнесу, и он понимал о том, что это будущее, и он захотел очень быстро заработать
денег качественно и грамотно. И компания вам за это заплатила 30 тысяч рублей. Два человека – 60 тысяч рублей. Следующее, что мы делаем, это следующий пункт. Это мы учим рекомендовать. И у нас включается следующий вид бонуса – это групповой. И групповой нам платит уже не за новоприглашенных людей наших, а именно кого мы научили. Вы пригласили двух людей и научили их сделать то же самое, чтобы они рекомендовали данный бизнес либо как продукт для себя со скидкой, либо как бизнес для построения сети. И компания вам начинает платить уже с команды. И компания вам платит от 15 до 30% от всех новоприглашенных людей, которые попали именно в вашу систему. Все, кто находится под вами, это все ваши новые клиенты. Хотя вы их даже можете не знать, но компания вам будет за это платить. И смотрите, как легко можно заработать, пригласив всего 2 человека и научить их рекомендовать. К примеру. Обратите внимание, вы зашли на максимальный статус 150 тысяч рублей и за один месяц пригласили всего 2 человека. Компания вам заплатила за это по двум бонусам 78 тысяч рублей. В следующий месяц вы их научились делать то же самое, пригласить 2 человека, и в вашей команде уже стало 6 человек. И они тоже пригласили 2 человека, и компания вам заплатила уже 36 человек. Вы никого не приглашали. И так до 6 месяца. И ваш чек составит 1 миллион 194 тысячи рублей. И то же самое вы можете сделать на статусе 30 тысяч рублей. Вы также пригласили 2 человека, но компания вам заплатит 13 500, потому что здесь срабатывает дубликация. Любой ваш друг, любой ваш будущий партнер вам задаст вопрос, на какую сумму зашли вы. И тогда включается дубликация. Так легко можно заработать за 6 месяцев те деньги, которые представлены на данной схеме. Честно скажу, мой случай – это первый. 150 тысяч, 2 человека и 6 месяцев и 1 200 000. Так именно работает дубликация. Для того, чтобы строить бизнес с компанией EPL, достаточно всего пригласить 2 людей и научить их сделать то же самое. Самое главное – проконтролировать. И за учебу в компании – тоже очень хорошо платят, и сейчас я вам расскажу. Следующий вид бонуса – это лидерский. Так как вы пригласили 2 человека, и вы стали уже лидерами. И теперь самая задача – научить ваших людей сделать то же самое. Именно научить рекомендовать этот бизнес в виде того, как просто для себя покупать продукт со скидкой, либо строить именно потребительскую сеть, потому что наш продукт в наших магазинах постоянно обновляется именно в ассортименте и, конечно, заходит с новыми технологиями. И за то, что вы обучаете своих людей, компания вам тоже платит лидерски. И она вам оплачивает именно от 20 до 2% от их группового чека, что я вам показывал на предыдущем слайде. И это очень выгодно, обучать людей. Следующее – это активность. Я называю это коммуналкой. Согласитесь с тем, что вы дома платите за свет, и у вас свет горит. Получается, взамен вы получаете свет. В компании EPL тоже есть коммуналка. Это называется ежемесячная активность. На территории России составляет она не менее 2000 рублей, либо не менее 40 PV. PV – это внутренний балл, который оценивается именно продуктом. То есть каждый продукт у нас равен баллу. Для чего это нужно? Для того, чтобы подтвердить своей компании о том, что вы именно активны, что вы активны. Но это еще не все. После того, когда 12 месяцев вы активны и активны ваши 2 человека, компания вам именно платит специальные виды бонуса в виде пенсионного и в виде актива. И свою вы активность платите, конечно, уже согласно вашей квалификации, потому что в компании есть именно карьерный рост, и это очень здорово. На эту сумму активности вы получаете продукт, и, конечно, для себя тот, который хотите. Вы можете для себя взять каши, можете взять кисели, можете взять аккумулятосей, именно тот продукт, который вам именно нужен и необходим. Ну и, конечно, за то, что вы построили структуру, компания вам тоже за это платит. И она вам платит в глубину от 1 до 6 уровня. И когда вы находитесь на максимальном статусе 150 тысяч, это Diamond, это управляющий директор, компания вам с каждого уровня платит 10%. И поверьте,
Это большие деньги. Это и является вашим пассивным доходом. Находясь до 150 тысяч, у вас идет по возрастанию. С первого 5%, 6, 7, 8, 9 и 10. Ну и, конечно, дальше включается ограничение, иначе всем бы денег не хватило. Ну и, конечно, как быстро именно идет наполнение сети, как быстро работает математическая прогрессия и как быстро растет ваша структура, потому что с цифрами мы не можем поспорить. Смотрите, представьте, что вы пригласили в январе всего 2 человека, в феврале помогли этим людям сделать то же самое, в марте вы уже помогли своим людям, четверым, еще сделать то же самое. И так у вас идет прирост на 100%. И представьте, что за целый год ваша структура будет составлять 8190 человек. И это здорово. И представьте на секунду, что они все сделают покупку на 1000 рублей. К примеру, купят себе кашу и кисель. И это составит товарооборот 8 190 000 рублей. И ваш пассивный доход составит 10%. 819 000 составит именно ваш пассивный доход. Это просто те математические, та математическая статистика, которая происходит именно в системе MLM. Нигде больше такого нет. Это именно магия цифр. Что вы делаете простые действия, а ваша структура растет, потребители растут, и они просто для себя покупают всего на 1000 рублей, к примеру, да, и ваш пассивный доход составляет за один месяц 819 тысяч рублей. Где еще может быть такое? И, конечно, есть кэшбэк. Кэшбэк – это возвратный вид бонуса. Когда вы приходите в компанию, у вас есть кэшбэк 5%. Он начисляется на всю продукцию, кроме наших леденцов. Это серия All Time. Это каши, кисели, ваши чай, ваши батончики и кофе. Вы для себя покупаете, и компания вам возвращает именно деньгами на вашу банковскую карту. И в зависимости от ваших покупок, ваш кэшбэк у вас повышается и доходит максимально 20%. К примеру, вы в месяц купили на 10 тысяч домой продукта. Взяли кашу, кисели, кофе купили, и компания вам 2 тысячи вернула обратно деньгами на вашу карту. Представляете, как это здорово? Здесь по данному бонусу нету никакого ограничения. Ну и, конечно, в компании есть карьерный рост. Это именно квалификации. В компании есть квалификации, как амбассадор, золотой амбассадор, платиновый амбассадор, Diamond амбассадор и Crown амбассадор. И я вам скажу о том, что самые большие квалификации на сегодняшний день в компании еще не достигнуты. Кто это будет, решать вам. И эти квалификации, конечно, можно построить именно структурой. Что же за квалификации? Самая дорогая и самая большая квалификация – это Crown амбассадор. Это полностью все перелеты за счет компании. Это проживание за счет компании, это содержание все за счет компании. И премия единоразовая в 10 миллионов рублей именно вам на покупку любой квартиры в Москве стоимостью 10 миллионов. Амбассадор. Кто хочет быть амбассадором? Ну и, конечно, какой инструмент выбираешь ты? У вас есть вариант либо открыть собственный бизнес, искать свою целевую аудиторию, либо устроиться на работу по найму и работать 40 лет для того, чтобы стать финансово независимым. Либо быть партнером компании APL, выбрать именно сетевой маркетинг, присмотреться, просто сделать движение и проработать 2-3 года для того, чтобы получать стабильный доход и при желании уйти на заслуженный отпуск. Ну и, конечно, за 7 лет компания провела очень много мероприятий. Это Golden People, это Agile Seasons, это круизы, это очень много поездок, и большинство партнеров побывали в разных странах. Смотрите, просто не буду сейчас перечислять всех, за 7 лет где только компания не бывала. То есть, какие страны, города посещала. Ну и, конечно, какие события ждут нас буквально уже не за горами. Это прорыв, это Agile Seasons, это Турция. Турция, 15-22 мая, все партнеры компании APL летят в Турцию для системного именно обучения. Это 3 дня мощного обучения, это день продукта, бизнес-обучения и закрытый тренинг именно от президента. И где будет презентован новый 15-й продукт? Agile Seasons. Ну и, конечно, магия APL.
Это то мероприятие, которое нельзя пропустить. Он пройдет у нас в ноябре, город Москва, и где будет презентована именно новая технология, именно будет открыт новый патент компании APL. И ты будешь в числе тех, кто вершит историю. Поверьте, я был на пятилетии компании, это тоже было в Москве, в Тесле проходило. И честно скажу, после этого только я принял решение быть в проекте и двигаться и идти до конца, и поставить для себя большие цели. И поэтому все откиньте и запланируйте на ноябрь быть на этом мероприятии. Ну и, конечно, что нас ждет после магии? Это Азия. Это Азия, это круиз. Магия 8, это круиз. Каждый год проходит именно под руководством компании. Это круиз по разным странам. И в этом году он будет по Азии. Мы, конечно, будем с супругой обязательно на этом круизе, потому что его нельзя пропустить. Это именно магия 8. Ну и, конечно, в компании есть свой APL-институт. Это APL-офис, это круглосуточная поддержка, это мотивационные события, это обучающие сайты, это эффектные рабочие инструменты. Ну и, конечно, уникальная система образования. В компании есть полностью все инструкции, все инструменты для того, чтобы этот бизнес строить в любой точке мира и в любой стране. Система Go. Не зря компания называется APL Go. Все у нас идет в системе Go и очень быстро. В компании есть пошаговый именно алгоритм для того, чтобы добиться успеха. Есть все модели, материалы и все мероприятия. Главное с ними ознакомиться, зайти просто на сайт и посмотреть, где и в каком городе проходит именно мероприятие. Ну и, конечно, успех не заставит вас долго ждать, потому что в сетевом маркетинге нет людей неуспешных, есть нетерпеливые, главное действовать, и вы проснетесь обязательно миллионерами. А ты готов лучше стать, чем вчера? И компания APL действительно это больше, чем бизнес. Для меня на сегодняшний день это уже стиль жизни, потому что здесь лучшие события, лучший маркетинг, лучшая команда, лучший продукт для быстрых продаж и лучший продукт для здоровья. Ну и, конечно, как говорит Сергей Сергеевич Куликов, действуй. Хватит просто мечтать. Пора действовать и по-настоящему зарабатывать. С вами был Черемных Павел. Обратитесь обязательно ко всем своим наставникам. Кто вам дал ту реферальную ссылку, напишите им, позвоните, и они помогут вам зарегистрироваться. И до встречи на наших мероприятиях. Буду рад видеть вас в своих социальных сетях в виде друзей либо партнеров. Пишите. До новых встреч.